добрый день. Представляем вашему вниманию лот «Нижнее белье. Детское. Таргет. Сток». Подробности смотрите в ссылке под описанием. И начнем мы с трусиков для девочек. Тут разложены они по размерам, в принципе. В основном хлопковые, но есть из спортивного трикотажа, как шортиками. Начнем мы вот с этих. Это 2-3 года хлопок. Дальше тоже у нас на 2-3 года хлопочек. 4-5 лет следующие пойдут. Тут уже вот шестерочка, но они тоже на где-то на 4-6 лет. В различных цветовых вариациях. Очень яркие, классные. 4-5 тоже. Вот такие вот. Здесь на 6 лет. Дальше. На 8 уже лет. 8-10. Вот так будет. Хлопочек это все. Есть вот повыше посадочка, есть пониже на 8 лет тоже. Тоже на 8 хлопок. Здесь 7-8 уже спортивный трикотаж, как бельевой, да? Такие шортиками. Здесь на 8 лет. Еще одни шортиками тоже на 8-10. На 8. Здесь хлопок на 8 и хлопочек тоже. Следующие размеры побольше у нас будет. Здесь на 10 лет хлопок. На 12 лет есть повторочки, но их немного. На 12 вот такие тоже очень красивые. Это все на 12. Подростковые трусики. И дальше уже 14-16. Тоже хлопок. Вот, различные цвета. Такие вот трусики. Также в этом лоте у нас есть трусики для девочек впитывающие, которые для отучения от памперса на 3 года. Вот, в двух вариантах. Также посмотрим футболочки, шортики и так далее. Вот есть боди хлопок. Это у нас самый маленький, скорее всего, размер. Ну, здесь на 56 примерно, 60 сантиметров хлопковая боди, футболочка. На 4-5 лет шорты, XS размер, то есть, ну, мне кажется, что они чуть-чуть побольше размером, чем на 4-5, наверное, лет на 7. Вот так. Здесь тоже 4-5 размерчик указан, футболка. Песочник на 3-6 месяцев хлопковый. М размер, вот такой топ интересный. Трикотажный в рубчик, тянется очень хорошо. Дальше идут нательные маечки. Размер XS тоже на 4 года. Вот, две штучки. В рубчик очень тоненькие, хлопковые, классного качества. Здесь М-ка, уже побольше размер. 8 штучек будет М-ки. Вот они. Это где-то на 8-10 лет. Дальше у нас L-ка одна на 14-16 лет. Хлопковая тоже. И размер XL, это уже побольше, где-то от 16, наверное, лет. Три штучки их. Футболочки нательные, тоже хлопковые, очень приятные. XS размер, две штуки на 4 года примерно, даже 3. Дальше S-ка, чуть побольше, на 5-6 лет, одна. И здесь М размер на 10-12 лет, две штучки. Также в лоте есть вот такая резиночка для волос. А может быть, это и не резиночка. Если кто-то знает применение этой вещи, то есть мы решили, что это резиночка. Вот такая трикотажная, тоже в рубчик. Дальше трусики и боксеры для мальчиков. Хлопочек на 2-3 года, спортивный трикотаж на 3-4 года,
Здесь хлопок 6-7 лет, 8-10 лет хлопок, 6-8 лет хлопок тоже. М-ка тоже где-то на 8 примерно лет, спортивный трикотаж. На 10-12 лет спортивный трикотаж. Это у нас все на 10-12 лет. Здесь хлопковые 8-10 лет. Тоже 8-10 лет хлопочек. Так, спортивный трикотаж попадается тоже. Это хлопок. Опять пошел. Спортивный трикотаж. На 10-12 уже здесь лет. Вот, тоже на 10-12 хлопковый с перфорацией. Здесь спортивный трикотаж с перфорацией. В различных вариациях. Это примерно на 10-12 лет. Все тоже по паре повторочек есть. Семейные трусы для мальчиков. М-ка. Тоже где-то на 10-12 лет примерно. В двух цветовых решениях. Так, дальше тоже боксеры, но уже здесь будут размерчики побольше. Это L размер, то есть на 12-14 лет. Спортивный трикотаж и хлопок тоже. Это все хлопочек, спортивный трикотаж, тоже L-очка размер. Снова хлопок, спортивный трикотаж, тоже спортивный трикотаж, еще одни. Это уже S-ка подростковые, то есть тоже где-то, ну, примерно на 14-16 лет. И здесь спортивный трикотаж, M размер, тоже подростковый M, уже где-то на 16, ну, то есть 15-16, может быть, чуть побольше. Следующее это плавочки для мальчиков на 2-3 года, на 4 года, несколько штучек здесь, хлопковые на 6 лет. Так, здесь тоже у нас эсочка примерно 6-8 лет. Вот так. Повторяются тоже некоторые. Очень хорошее качество. Это все у нас эска. Так, эсочка и еще одна, по-моему. И М размер уже на 8-10 лет. Тоже хлопковые. Вот, это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.